велосипеде мимо мусорных контейнеров и услышал плач собачки. Вытащил ее оттуда. Это оказалась девочка, 2-3 месяцев от роду. Под ответственность Валентины отвез малышку в клинику. У малышки черепно-мозговая травма. Чья-то преступная рука пыталась лишить ее жизни. Никто не знает, какие могут быть последствия. В настоящее время она находится в стационаре под круглосуточным наблюдением врачей. Слова, которыми я могу выразить свой гнев, могут осквернить ваш слух. Страшно жить в такой стране, в которой процветает жестокость, равнодушие, беззаконие. Кровь во рту, да? И глазки покажите, вот, его стукнули и бросили в мусорный бак. Он даже не может глаза открывать. Его вот парень, который нашел, попытался попоить, он отказался от воды, и в воду пошла кровь. Боже мой. И вот так он всю дорогу скулит. Ну, конечно. Черепно-мозговая травма. Потому что кровоизлияние в глазках. Ясенько, что по голове удар пришелся. Только вот чем, какой силы. Переломов явных нет. Конечно, так, чтобы сказать. Сильнейший удар. Молодец такой. Малышка очень тяжелая, но мы решили дать шанс ей жить. Она уже не плачет, хорошо кушает, находится в клинике у Баркова. Она должна оставаться в клинике под наблюдением врачей. Но для нас это затратно. Надеемся на вашу помощь. Ну ладно. Да не, ладно, зачем такую дичь выкорять? Просто включи на левый поворотник и поехали дальше. Зачем ты лапку лежишь на гибу? Малыш. Ты видишь? Со слов невролога, проблемы со слухом, не откликается на громкие раздражители. Проблемы со зрением, она не видит, опирается на чувство обоняния. Она дезориентирована, хождение по кругу и натыкается на предметы. Рефлекс угрозы отсутствует. Вероятнее всего, есть проблемы еще и со слухом, потому что он не откликается на громкие раздражители. Есть проблемы со зрением, потому что он не видит и опирается только на чувство обоняния. Он дезориентирован. Ментальный статус, улучшение, дезориентация. Хождение по кругу. Вытыкание в предметы. Рефлекс угрозы отсутствует.